Чтобы не было беды, в Сургуте сотрудники Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям совместно с контрольными органами мэрии следят за уборкой снега с крыш. В этом зимнем сезоне уже зафиксировано два неприятных случая. На улице Профсоюзов сошедшие глыбы с кровли ветеринарного центра повредили машину. А на 30 лет Победы съехавший снег обрушился на проходившую женщину. Она претензий предъявлять не стала и в больницу не обращалась. Однако собственники объектов получили штрафы. Всего на контроле почти 120 учреждений культуры, спорта, здравоохранения, социальных центров, магазинов и гипермаркетов. Нашли нарушения у Сургутского государственного педуниверситета, на крыше которого скопились снег и сосульки, а входная группа не очищена. Есть недочеты и у некоторых торговых точек. Из проверенных объектов на 5 торговых центрах, а именно Ребус, Пассаж, Купец, Каскад, Невский, кровли не очищены. Соответствующие материалы собраны и направлены в контрольное управление администрации города для принятия соответствующих мер воздействия.